Ну, честно говоря, море в Хайфе, да и вообще во всем Израиле очень позорное. А вот это вот здание, это Институт океанологии, в котором теоретически я мог бы работать, если бы закончил Ленинградский гидрометеорологический институт. Плавание запрещено. Здание Института океанологии находится в полузаброшенном состоянии. И вообще не видно, чтобы там была какая-нибудь деятельность. Не поймешь, то ли это реклама, то ли это предвыборные плакаты. Ничем не отличаются. В этом здании, кстати, работал небезызвестный Сева Курилов, который совершил побег с советского прогулочного судна в 70-е годы. А вот это развалины древнего поселения очередного. Дорожка к ним весьма и весьма протоптанная. А вот все идут купаться вот сюда, слева от здания океанологов. Ух ты, там даже мозаика вон какая-то есть. Надо же, вон. Видите? Нас, как всегда, запреты не удерживают. И мы зашли посмотреть, как это все выглядит. Ничего себе, здорово. Здорово. Даже написано чего-то. Ух ты. Вот это да. Ничего себе. Вот это да. Насколько я понимаю, вот так украшались центральная торговая площадь. Еще какая-то надпись. Скажу честно, вот такие вот вещи полузаброшенные
не туристические, меня возбуждает гораздо больше, нежели раскрученные какие-то экскурсионные туристические бренды, места и так далее. Ну вот, серьезно. Люди сидят в ванных. Я, пожалуй, тоже залезу, посижу немножко. А вон чувак с удочкой придет, и похоже, у него там есть улов. Сейчас мы посмотрим, что он там поймал. А, ничего он не поймал.